Кино. Лайф. Кино. Лайф. На DFM. Всем привет! Это Кино Лайф, гид по главным кинопремьерам недели, и я, Олеся Трифонова. Кино Лайф. Режиссер Джеймс Кэмерон решил переформатировать «Терминатора 2» в 3D к юбилею. Буквально год назад отмечалось 25-летие фильма. Чтобы вы понимали, «Терминатор 2. Судный день» — это самый популярный фильм киносерии. Он собрал 519 миллионов в прокате при бюджете всего в 102. Получил 4 «Оскара» за лучший грим, лучший звук, лучший монтаж и, конечно, лучшие визуальные эффекты. Идем, если хочешь жить. Нельзя просто так убивать людей! Почему? Я «Терминатор». Hasta la vista, baby. Кино Лайф. Неважно, пойдете вы сами ностальгировать или поведете своих детей смотреть, на чем выросли мама и папы, а соблазн глянуть на Шварценеггера во всей молодой красе, ну, только как бы улучшенного. На самом деле это ого-го какое искушение. Вот имейте в виду, рейтинг фильма 18+. Иди и смотри. Музыкально-исторический боевик от режиссера Эдгара Райта, снявшего типа крутых полицейских, «Малыш на драйве» 18+. С новой звездой Энселем Элгартом и, конечно, Кевином Спейси, Джоном Хэмом, Джейми Фоксом и Лили Джеймс, она недавно играла Золушку, в главных ролях. Ну и, конечно, с крутейшим саундтреком, когда неясно, это у фильма такой крутой звукоряд или перед нами такой охрененный саундтрек с такими навороченными сценами погонь и автогонок в виде бонуса. Ну, взять хотя бы «Chase Me», «Догони меня» в исполнении Danger Mouse, Run the Jewels и Big Boy. О чем кино? Передо мной лучшие в стране преступники. Ну и, конечно, наш малыш-автогонщик. Народ, хлебом не корми, дай пообсуждать ограбление. Так совершим нечто настолько смелое, дерзкое и наглое, чтобы в осадок все выпали. Уже в прокате. «Тюльпанная лихорадка» 18+. Все фильмы для взрослых на этой неделе. Романтическая история про людей разных сословий, решивших разбогатеть на тюльпанах и обрести новую свободную жизнь. Амстердам, 17 век, сценарий бога британской драматургии Тома Стоппарда и целый цветник первоклассных актеров. Кристоф Вальц, Джуди Денч, Алисия Викандер, Зак Галифианакис, ну и, конечно, Дэйн Дехан и Кара Делевин, которых мы с вами совсем недавно наблюдали в фильме «Валериан и город тысячи планет». Кино Лайф. Я решил нанять художника. Замри. Пусть твоя кисть отразит ее красоту. Она удивительно прекрасна. Все скажут, повезло старику, взял в жены юную красавицу. Цветет всех раньше, раньше опадет. Торговля тюльпанами. Вот что решит мои проблемы. Был бы я богат, забрал бы тебя отсюда. Он меня даже с того света достанет. Боже, молю тебя, да не прорастет жене моей семя лукавое. Цейбл сильно занят, и явно не живу писи. Без обид. Я знаю, как спастись нам обоим. Мы будем вместе. Придется рискнуть. Я люблю тебя. Страсть. Я все расскажу твоему мужу. Что я наделала? Порождает риск. Я купил Софи. Я должен найти ее. София! А вы думаете, что сможете это сделать? «Тюльпанная лихорадка». Киндер-муви. И под финал, дети, возрадуйтесь, «Реальная белка 2». В
Впечатляющий по размаху сиквел мультфильма про несносных грызунов Белку, Злюку и его друзей. На сей раз противостоять злу любители арахиса будут вместе с белыми мышами под предводительством кунг-фу Мишонка Фэнга. Нам не понять, но в английской версии его озвучивает, конечно, Джеки Чан. Пупсик! Забыл предупредить, не зови его Пупсик. На этом у меня все, что за кадром в моем канале Кинолайф в Телеграм. Смотрите хорошее кино. Слушайте DFM. Кино. Лайф. Кино. Лайф. На DFM.